Всем привет и добро пожаловать на очередную реакцию. Сегодня мы возвращаемся к Димашу. Не уверен, как это правильно произносится. Димаш — один из самых талантливых вокалистов на планете, и я очень люблю делать реакции на него, потому что всегда есть что сказать о его голосе, его пении и артистизме. Ведь он на самом деле особенный артист. Вступление. Немного струнных и... Что там еще было? Я более чем уверен, это скрипичная секция, виолончельное соло. А вот и гитара. Многообразно. Бас-гитара. Пианино. У нас тут полный ансамбль. Красота. Пять аккордов. Это уже можно назвать коронным началом Димаша Кудайбергена, когда он поет легко, как перышко, и с дыханием, насколько это возможно. Его голосовые связки не смыкаются все это время. Когда голосовые связки смыкаются, происходит фонация, создающая высоту звука. В противном случае получается шепот. Поэтому даже когда он полностью отстраняется, это до сих пор является пением. Хотя технически это не так. Он просто король вступления, вот этого мягкого и нежного начала, будто он шепчет тебе в ушко, а потом взрывается криком и оперным фейерверком. Без сомнений, он нам это покажет. Смотрите, как он спел. И там только воздух в конце, без никакого звука. Столько дыхания, еще и с вибрато. Не знаю, смогу ли я так. После стольких лет в опере, очень тяжело выпускать столько воздуха. Но и басом это звучит совсем по-другому. Так он еще и удерживает это вибрато. Какое-то странное ощущение. Я пою на октаву ниже, чем он. И ему, по всей видимости, намного комфортнее, чем мне. В основном, когда я пытаюсь что-то за ним повторить, я делаю это на октаву ниже, потому что не хочу провизжать вам все уши. В любом случае, это очень интересно, что он способен делать вибрато, даже когда в голосе так много дыхания. Это звучит совершенно отдельно от голоса. Вы это слышали? Это мельчайшая частичка оперы, которая там была. Там было небольшое затемнение и округление звука в самом конце, хоть и совсем немножечко, но это было. Фа диез 4. Стойте-ка. Иногда шмякаешь вот так по клавишам, чтобы понять ноту, а в мозгу рекламная пауза. Слышите это? Оно отличается от... Немного темнее и теплее. Она
Начинается. Мне нравится вот это отстранение в некоторых фразах. Что делает Димаша таким великим? Да там прорва всего. Но есть еще кое-что. Помимо всего прочего, он не боится использовать свой голос, чтобы максимально лучше донести смысл. Я про вот эти моменты, когда он сваливается с фразы, используя вокальный фрай. Я не знаю, какие слова были на этом месте, но понятно, что он пытается передать какую-то сильную ранимость, и это лучший способ сделать это. Смотрите, как он проваливается в вокальный фрай. Это было интересно. Он еще даже ничего не начал, а это уже так очаровательно. Здесь он спел полным грудным голосом. А потом он полностью перестроился и перешел в другое звучание, в этот легкий головной голос, фальцет, без каких-либо разрывов. Это, конечно, впечатляюще. И снова, какой поразительный переход между полным грудным голосом и сверхлегким головным голосом. Какой-то отчаянный вокальный контроль. Переходит в дыхание. В общем и целом, мне понятна структура песни. За эти 2 минуты 13 секунд. Вначале была инструментальная прелюдия. И инструменты не поменялись, как и аккордовые структуры. Его стиль пения. Начинать песню, используя много дыхания. А тут у нас набор барабанов. Остальное все так же. Ох, как круто! Это полутон. Это Ре 4 и Ми бемоль 4. Это было так невесомо. Вы заметили это? Как он округляет свои губы. Это хороший способ придать этой гласной И больше яркости. Округление губ помогает удлинить голосовой тракт. Вот смотрите. Просто посмотрите на меня. Я попытаюсь показать это в профиле. Вы видели, как это удлиняет? Расстояние от кончиков моих губ до голосовых связок. Это придает голосу темное и теплое звучание. То есть, когда Димаш переходит в более оперную технику, он использует эти готовые наборы гласных с помощью своего рта. Mm.
Так, здесь у нас началась оперная тема. Нота ля бемоль 4 и соль 4. И ему здесь вполне уютно, потому что полный грудной голос. Можно почувствовать, как тон, тембр его голоса на этих высоких нотах стал более теплым и округлым, чем если бы он пел в стиле музыкального театра или в поп-стиле. Вот это и есть классический стиль. Это и есть chiaroscuro. Он здесь немного перегрузил микрофон. Было слышно вот это. Ну что ж, в любом случае, возможно, это из-за настройки громкости микрофона. Ведь в самом начале он пел очень тихо, мягко, с придыханием. И такая настройка не предназначена для большого оперного звука. Вы слышали? Опять перегруз. Я смотрю, у него здесь ноты на всякий случай. В этом нет ничего криминального. Это обычная практика в студиях. Они как будто усилили ему микрофон, когда он перешел свой головной голос. Хотя, будучи зная его головной голос, по-моему, это самое впечатляющее. И знаете, он может быть даже еще громче, чем его полный грудной голос. Например, оперные певицы могут так натренировать свой головной голос, что он в разы будет громче грудного. Так что и Димаш так может. Ведь когда он включает свой головной голос, это всегда нечто. Звук такой настоящий, чем был до и после этого. И кажется, что это все из-за того, что он так приблизился к микрофону. Да, он подвинул свою голову, но это никак не объясняет это качество тембра. Это было безумно. Да. Это нота соль 5. И это то, что больше всего поражает меня в его голосе. Он поднимается на эту сумасшедшую высоту головным голосом. Но при этом он сохраняет это идеальное, красивое звучание. Отличное смыкание голосовых связок. Чистейшее вибрато. Для него это зона комфорта. Это такая легкотня для него. Опять перегруз микрофона. Боже! Нота ми бемоль 6. Это ж издевательство. Рехнуться можно. Высокая нота до сопрано. А это высокая теноровая нота до диез. Мы дошли до той части диапазона, где очень сложно определить,
Это его грудной голос или это его смешанный голос? Не совсем понятно, на что он больше опирается, на головной резонанс или все-таки на грудной резонанс. Здесь эта граница размыта, и это реально сложная задача, потому что он так легко переходит между ними, и оба метода работают для него безотказно. Я про этот высокий грудной диапазон, и что бы это ни было в его головном голосе. Прекрасный риф. Он делает рифы, но не так часто, как здесь. Может, здесь он симпровизировал и сделал это незапланированно? Что-то такое. Это же высокая нота ми. Так. Да, это должно быть его смешанный голос. Этот голос звучит так сильно. Он не забывает про эти моменты в конце каждой фразы, когда голос откатывается, чтобы обнажить эту ранимость. Голос проваливается в самом конце. Это опять нота ми. Но она долгоиграющая. И мне нравится, что там есть вибрато. Здесь прям такое грудное звучание. Мда. Это звучит как высокий грудной белтинг, как пронзительный крик, который исходит от всей груди. На такой высоте любой звук — это крик. Фа диез 5. Контраст. Вот такенный контраст. Это диапазон баритона. Это было первоклассно. Песня сама по себе довольно однообразная, но у Димаша такой арсенал. И смелость брать вот эти все ноты. Он сделал это интересным. Музыка потрясающая, она отлично оркестрована, как мне показалось. Но она бы не была такой особенной, если бы там была только оркестровая часть. Голос Димаша привнес сюда что-то новое, в каждом темном уголке песни. И наглядно показал этот контраст между секциями, как в прелюдии, когда он пел с этим придыханием. Ну а дальше больше. Высокая оперная сопрано, высокий оперный тенор. Ну а потом этот всепронзающий крик, в котором был этот стержень. И потом в финальной части это легкое пение с закрытым звуком. Настолько мягко. Mm-hmm.
нота ля бемоль 2. Что ж у нас получается? Я думаю, от ля бемоль 2 до ми бемоль 6. Это его диапазон в этой песне. Сумасшедшая универсальность. Бешеный вокальный контроль, особенно в самом начале, когда он с полного грудного голоса, оставаясь на той же высоте, вдел эту ниточку в иглу. Я про этот переход в легкий головной голос и уже позже в полный шепот. Не всем такое по силам, не у всех такой вокальный контроль. Это способность прыгать от одного жанра к другому, менять стили. И, конечно же, его высокий головной голос. Это то, что удивляет меня больше всего. Я действительно думаю, что он один из самых талантливых вокалистов в мире.